очень нежный греческий соус, сделанный по мотивам итальянского, но не хуже. Вполне себе приятный, стоит относительно дорого, состав у него очень неплохой и практически без вредных дополнений. Могу его советовать к различным блюдам, то есть в процессе готовки, также макать что-нибудь интересное в него тоже можно, а также просто для десертов типа мороженого. Структура его плотная, слегка густая, цвет темно-коричневый, во вкусе есть небольшая кислинка, легко нагревается и становится более густым от этого. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Видите вкусное тут блюдо или дизлайки. И, конечно же, ждите новые обзоры, интересные не менее, чем и...